Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами как всегда Яван, и сегодня я вам расскажу немножечко о багах, которые связаны с оружием, рассмотрим там. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Сегодня я вам расскажу о том, как же после смерти вернуть свои патроны, как же после смерти не отдать свое оружие противнику, как же сделать так, чтобы когда вы умерли, выпало меньшее количество патронов, чем у вас есть. Вот. И типа, когда тебя убивают, там один ПТ выпадает. Понял как? Там, на РПГ. У тебя не все пропали, ты можешь просто умереть, не убирая РПГ. У тебя они, короче, обратно вернутся. Типа, есть этот прикол такой, допустим. Вот, выйди, спасибо. Что у тебя за оружие есть? Есть... Сейчас, подожди. Что-то инвентарь... Такие, с патронами. Есть дробаш. Возьми дробаш, вот смотри, тыкай Е. Сейчас, подожди, я вот так сделаю. Подожди, а как разделить вообще? А, разделить это, типа, убрать его. Сейчас убрать. И патроны выкинуть там. Выбросить один. Все, вот так. Сейчас, типа, и сделай походку ниндзя, сверху третий. А, где? Так, F1. F1, стиль походки, ниндзя. А в чем прикол, быстрее? Да, допустим, у тебя кирка, там бочка пытаешь. Ничего себе, лайфхаки. Так, что там, берем оружие. А дальше что? И, короче, допустим, вот, видишь, он у меня в руках, убивай меня. Ну? Сейчас. Типа не вот, он у меня в руках, он должен выпасть, как бы, убивай. В голову. Вот, видишь, он не выпал. А, пули выпали. Я выпал. Что-то не работает. Сейчас. Чё там? Ну чё, давай по новой. Сейчас, подожди. Выкидывай. Вот сюда. Вот сюда. Блядь, инвентарь не открывается. Всё, не могу. Всё, давай, до завтра. Ема. Ух ты. Ты чё, Ярик? А ноускоп. Чё, ебаный стол, блядь. Выпало? О, у меня в руках. Не? Не, блядь, выпало. Пиздец. Охренеть вообще, а лупа моя берет. Ты мне с мои патроны выкинь, Алёша. В смысле? У меня же они выпали, ты же подобрал, или что? Ну это тут 90. Бля, подожди, у меня мой авик выпал. У меня же авик тоже был, вроде. Ты крутой, тебе с авиком ходишь. Ну окей, а в чем баг с оружием, ты говорил? Вот этот баг с оружием и был, и все? Вот. Не, смотри, типа, тот ПТ падает, потом, что, типа, можно патроны так вернуть, и, допустим, вот, стреляй по мне. Опять? Да. Ну это все, блядь, это... Вещи не выпали. Ну. Все, я, допустим, вот там уехал куда-то, резко такой, оп, и умер, да, выпали, и быстро друг там подобрал, и все. А в чем прикол? Как? С кем-то там стреляешься или взял АВП, там стреляешься, не хочешь, чтобы оно выпало. Ну. И это типа баг такой. Что... Ну, не хочешь, чтобы выпало, что надо сделать? Просто тыкать ее у русскую. У русскую и все? Да. А, типа, так как стрелочка на мопеде. Ты думаешь, я тебя не убью? Да не могу, я не умею стрелять. Я думаешь, умею? Я когда-то был гетто-тащером. Ты куда поплыл, блядь? А чё по DPI вообще, алё? No, baby. И всё? Больше нету? Потом... С кланами есть, типа, стеры остаются? Угу, потом еще есть что-то. Вот задания вообще топовые. Задания вообще никто не показывал, потому что точно не работает. С оружием, в принципе, все. Ну да. Теперь задания поехали делать. Да, блядь, ты заебешь. О, сука. Эван, видео снимаешь? Да. Все шикарно. Смотри, я тебя сейчас, короче, буду давить. Ты видео снимаешь, все, короче, выговор клану. А? Хочешь? Я беру вот так, беру авик, выбросить там, например, один патрон. Так, беру, подожди, патроны вот сюда. А где мой АВП?
Один. У половины зрителей этого ролика сейчас произошел вопросик, а зачем я так сделал? Рассказываю. В инвентаре слоты считаются слева направо. У вас, например, есть патроны на дробаш. У вас, например, есть там 200 патронов. Вы поделили их, например, 200 и 10 первые. 10 ставите спереди, 200 ставите где-то куда-то в конец. Если у вас выпадет оружие, у вас выпадут первые патроны, которые попадутся в строчку. То есть, если мы поставим первую ячейку там, где меньше патронов, а за ними поставим другую ячейку, где много патронов, то выпадут там, где меньше. А на этом все. Я надеюсь, вам рассказал что-нибудь новенькое. Если вам этот ролик понравился, влепите этот царский лайк, не пожалейте, вам просто мне приятно. С вами был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.